Звукоизолирующая панельная система ZIPS является запатентованной многослойной бескаркасной конструкцией для дополнительной звукоизоляции существующих стен и перекрытий. Конструкция ZIPS состоит из сэндвич-панелей и финишных облицовочных гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм. Сэндвич-панель имеет 8 виброизолирующих узлов крепления и состоит из комбинации плотных и легких слоев. В зависимости от модели, разновидность материала легкого звукопоглощающего слоя может меняться. Ко всем ограждающим конструкциям торцы сэндвич-панелей прилегают через два слоя упругой прокладки из материала Vibrostec M. Прокладки наклеиваются на стены и потолок с помощью виброакустического герметика VibroSeal. Для крепления сэндвич-панелей к стене используются дюбели диаметром 8 и длиной 50 мм, в которые на нескольких витках резьбы вкручиваются шурупы с компенсирующими конусными шайбами. Монтаж сэндвич-панелей ZIPS рекомендуется вести слева направо, снизу вверх. У первой панели подрезаются гребни по короткой и длинной стороне, у следующих панелей первого ряда только по длинной стороне. После того, как панель приставлена к стене, непосредственно через существующие в ней виброизолирующие узлы выполняются отверстия глубиной 60 мм. Заготовленные ранее крепежные элементы вставляются в полученные отверстия, забиваются до упора при помощи молотка и завинчиваются с подложенной под головку шурупа конусной шайбой в виброузел. Внимание! Головка винта утапливается в поверхность виброузла не более чем на 1-2 мм. При замыкании ряда панель может подрезаться, при этом подрезанная часть переходит на следующий ряд. Если сэндвич-панель полностью размещается на поверхности стены, ее монтаж осуществляется только с помощью 6 виброузлов крепления. В случае, когда стеновая панель подлежит обрезке, используются все доступные узлы крепления. Пазогребневые стыки панелей дополнительно стягиваются саморезами ПГВЛ с шагом 150 мм. Панели монтируются смещением поперечных стыков в соседних рядах. Разбежка стыков должна составлять не менее 250 мм. После завершения монтажа следует дополнительно проверить все виброузлы во избежание возникновения акустических мостиков. Стыки панелей обрабатываются шлифовальной теркой, а для обеспечения герметичности швы конструкции заполняются герметиком VibroSeal. Непосредственно к полученной поверхности закрепляют финишный слой гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм. Саморезы не должны попадать на виброузлы, а монтаж листов должен также производиться с разбежкой стыков. Излишки выступающей ленты Vibrostec M обрезают заподлицо с финишным слоем гипсокартонных листов. Швы заполняют виброакустическим герметиком VibroSeal. Монтаж закончен, и поверхность стены готова к финишной отделке. Более подробную информацию о панельной звукоизолирующей системе ZIPS смотрите на сайте ZIPS RF.